край мой, скромный, чистый, родной. Сколько радости, сколько нежных, глубоких чувств принесли сердцу моему твои завьюженные просторы. Как много добра подарил ты мне, как засиял предо мною мир людской на твоем чистом фоне, как подобрел я сам, как наполнил меня ты до края желанием творить добрые дела для моего народа. Любовью ты наполнил сердце мое, вдохновил меня на понимание великого. И так далее, и тому подобное, что-то в этом роде. Тот князю подводит коня, и он едет к своей дружине. Приеду, обязательно запишу. Выключи. Не выключу. Ну, выключи, тебе говорят. Не выключу. Мало того, что у тебя вечная хандра, ты еще этой музыкой тоску нагоняешь. Она меня просветляет. А меня угнетает. Дубина ты, это же Шуберт. А по мне лучше Пахмутова. Останови машину, я выйду. Нет уж, сиди, лучше я выйду. Ким Алексеевич, успокойтесь, пожалуйста. Как же, с ним успокоишься? Езжайте сами, без меня и без Шуберта. С Пахмутовой. Псих, дурак ненормальный. Светка, догони его. Да он меня не послушает. Ким, ты что, гвоздей нажрался? Вернись, мы ж тут околеем без тебя. И черт с вами, околевайте, плакать не стану. Однако ты и шустрый. Подумаешь, я люблю Пахмутову, а ты Шуберта, что из того? Я, между прочим, люблю еще и тебя, психа. Я очень хочу, чтобы ты отключился, отдохнул наконец. В могиле отдохну. О-хо-хо, мысли-то какие. А кто гениальные пьесы будет лудить? Министр или замминистра? Да выкинь все из башки. Я и Светка буду тебе стряпать. А ты плюсь в потолок, слушай твоего Шуберта и отдыхай. Впрочем, мы и так уж отдыхаем. Смотри, простор-то какой. Отцепись! Да вы отдыхайте, а я вкалываю. Везу вас четвертый час подряд. Ну, не злись, я бы тебя сам повез, да права отняли. Ну, отняли, так и молчи. Шуберт ему не нравится. А если я усну за рулем? Ну, тогда хрясь и крышка. Вот именно хрясь. Ну, не злись, не злись. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Опять я еду куда-то. А зачем? Зачем менять место своего пребывания, если я сам не изменюсь уже никогда? Стоп. Стоп. Об этом хватит, надо работать. Край мой скромный, чистый, родной. Пошли мне силы, разума, ясной мысли и долгих лет счастья. Ким Алексеевич, боже мой, Ким Алексеевич, красота-то какая! Вот она, Русь белокаменная! Это же корни! Вот они, наши корни! Господи, как я устал! Как надоело все! А ведь мне еще нет и 55. Жених по нынешним временам. Известный драматург, обласкан зрителями начальством. Сижу в президиумах. А счастья нет. Псих, камни в почках. Все меня раздражает. Жизнь прошла зря. Край мой скромный, чистый, родной. Ты обновил мою душу, очистил меня от тоски и скорби и обратил меня к красоте. И я стал тем, для чего родила меня мать моя, добрым и радостным. Первый поворот направо. В чем дело? Направо знак. Поезжай, не бойся. Не могу, там кирпич. Поезжай, у меня вся милиция здесь, друзья. Я же тебе говорю, кирпич. Не бойся.
Слышите, свистят? Ну вот, теперь дырку сделает. Вся милиция, друзья. Да не мороси ты. Спокойно. Игорь Иванович, он идет. Вижу. Здравия желаю, инспектор дорожного надзора, младший лейтенант Синицын. Очень приятно. В чем дело? Вот так встреча. Товарищ Пащин. Так точно. Вы? Я. Опять к нам, Игорь Иванович, новую книжку писать? Опять к вам новую книжку писать. Что, ностальгия? По родным местам? Так точно, ностальгия. А я, вы знаете, графоман. Люблю книжки читать. Вот как, очень приятно. Виноват. Графоман, от которой пишет. Это вы графоман? Спасибо, спасибо. А я книголюб. Замечательно. У меня полное собрание ваших сочинений есть. Особенно нравятся вот эти. Вот «Прощения нет» и «Сильных не жалко». Отличная дилогия. Уже трилогия. Нет, серьезно? Да, недавно третья книжка прошла с большим успехом. Гениально. Ну-ну-ну. Он гениальный, ну, Игорь ладно, Иванович. Ладно. Правда, у нас в ГАИ все ваше творчество уважают. Спасибо. Круто пишете, настоящая спасибо. Литература. Спасибо, очень приятно. Автограф, а? Извольте. Если можно. Это можно. Игорь Иванович. Весь внимание. Извините за настырность, к вам, наверное, многие пристают. Для друга всегда пожалуйста. А вы права, пожалуйста. Зачем права, Вася? Ну как же, надо, Игорь Иванович. Положено. Вот здесь вот младшим лейтенантом Синицыным зовут Юрий. Пожалуйста. А вот здесь для моей пассии. Простите, для кого? Для пассии моей Александры зовут. Невеста, стало быть, да? Никак не страдаю без взаимности. Не лезь. Сядь. Такой красивый старший лейтенант и без взаимности, не поверю. Младший лейтенант Игорь Иванович. Ну, извините. Огромное спасибо. Рад стараться. Младший лейтенант Синицын. Есенин Ким Алексеевич. Мой лучший друг, прошу любить и жаловать. Знаменитый драматург. Помните «Верное воскресенье»? Видел. «Рожь», «Крымский мост», «Сладкая ягода». Знаем. Вот, пожалуйста, лауреат многих премий. А правила уличного движения не соблюдают. Знак видели? Видел. Зачем поехали? Это я его попросил. Юра, он не хотел ехать, клянусь тебе. Некрасиво получается, Игорь Иванович. Друга подвели. Юра, ну прости меня. Да вас-то я прощу, Игорь Иванович. А друга вашего не прощу и не прощу. Ну, прости, Юра, знаменитый драматург, живой классик. Его студенты в институтах изучают. Да не имею права, Игорь Иванович. У нас все равны. Так, Юрочка, а он равнее. То есть как, разве так бывает? Бывает, но редко. Понятно? Так что не в службу, а в дружбу прошу. Все равно не просите, Игорь Иванович. Вы же сами учите. Помните, у вас в сильных не жалко? Капитан милиции Петушков говорит своему другу детства. Когда задержал его с поличным, говорит, как надо. Дружба дружбой говорит, а служба службы, так что не обижайтесь. А что смешного? Не понимаю вас. Нет, это я товарищ так. Синь. Я свое. У нас тут особенный город. У нас интуристы. У нас Игорь Иванович Коза. Коза и те под кирпич не ходят. А ваш друг поехал. Ну, Юра. Грубейшее нарушение. Юра. Ну вот, я же говорил. Ну и свинья же ты, братец. Кто свинья? Ты, милый, а кто же еще? Я что? Да. Это совсем некрасиво получается, Игорь Иванович. Оскорблять работника милиции при исполнении служебных обязанностей есть криминал. За это, между прочим, срок полагается. Это мне-то срок? Вам, Игорь Иванович, а то кому же? Ты что, меня пугать вздумал? Зачем пугать? 10 суток. За это, между прочим, до года. Иди! Мальчишка! Товарищ младший лейтенант, бога ради, не обращайте на него внимания. Простите его, он инвалид войны, у него нервы не в порядке. Давайте поговорим спокойно. Я вам кое-что хочу объяснить. Слушаю вас. А дело вот в чем. На прошлой неделе мне довелось беседовать с вашим министром за дружеским столом. И, помимо прочего, знаете, о чем там шла речь? Не могу знать. Там речь шла вот о чем. Об этике поведения младшего командного состава нашей милиции. Ясно. Хотите меня уволить? Можете, конечно. Только я прав. И за правду готов держать ответ даже перед министром. А вот это вы хорошо сказали. Другого я от вас и не ждал. И министр был бы сейчас вами очень доволен. Рад стараться.
Мы можем ехать? Можете. Желаю вам творческих успехов. Спасибо. Надо же, обеспеченные люди. А нервы никуда. У нас водка есть? Вопрос. Сколько? Литр. Напьюсь. Послушайте, Игорь Иванович, неужели вы литр выпьете, а? Литр не выпью, но отопью много. Сортир на морозе. Точно. А в доме, небось, цветной телевизор? И телефон. Баба Маня! В доме телефона, нужник на дворе. Замечательно. Это прекрасно, сортир на морозе. Бодрит? Да это гениально! Эй, баба Маня! Мы тут! Эй, баба Маня! Ким Алексеевич, я так счастлив. Идет! Завидую Игорю. Что за характер? Бодро и весело, будто из бани. Мне бы такой. Боже мой, опять правом боку кольнул. Да чего же все плохо? Зачем я сюда приехал? Игорёк, мой родной, приехал. Дай же мне обнять тебя. Здравствуй, старуха. Что, замуж не вышла еще? Смотри у меня, смотри. Смотри, какого я тебе жениха привез, а? Ну вот, пошел театр. Уеду сейчас же, без обеда. Узнаешь, а? Да не может быть. Ну? Ким Алексеевич Есенин. Он самый, знакомься, мой фронтовой друг и соратник. Мне выходить? Выходи. Парень, огонь. Ким Алексеевич, смотри, ты с ней не очень довольничай. Баба Маня у нас все в девицах. Балагур, все такой же балагур. Мария Александровна. Ким и Сенин. Очень приятно. Это Светлана. Дочка ваша. Идиотка. Это ученица моя. Я так и думала, так и думала. Пошли, пошли в дом. Ким Алексеевич в дом. Ну, бодрей, бодрей. Ну, я поехал. Куда? А так, проветрись немного. А как же я? Хозяйке пока помоги. Только вы, пожалуйста, не задерживайтесь, а то я буду очень волноваться. Хорошо. Зачем я ее привез сюда, дурак? Алло! Алло! Оля! Оля! Здравствуй, это я, Ким! Ким? Ага. Громче! Откуда ты? Я из-под Владимира. Что-нибудь случилось? Нет, слава богу, ничего. Тогда зачем ты звонишь? Ну как зачем? Чтобы услышать тебя. Узнать, как ты живешь. Как здоровье? Слава богу. С отпуском решилась? Решилась. И с путевкой? И с путевкой. Очень хорошо. Я очень рад, Оля. Это просто замечательно. Ты даже не представляешь, как я рад. Наконец-то ты отдохнешь по-настоящему, хорошенько полечишься. Ты что, действительно рад? Ну, конечно, почему ты удивляешься? Потому что мы с тобой 3 года в разводе. Ну и что? Как ну и что? Я тебе не жена. Ты мне больше, чем жена. Ты мне как мать.
Ты бы лучше спросил, как твой сын. А, я знаю. Он 3 дня назад был у меня. За деньгами приезжал. А ты знаешь, что он бросил институт? Как бросил? Очень просто. Забрал документы и ушел. Куда ушел? В НЛО. Какое НЛО? Это ансамбль, где он поет. Разве он тебе о нем не рассказывал? Ну, рассказывал. А какое это имеет значение? Он что, рехнулся? Я же его с таким трудом устроил в этот институт. Я же унижался. Я же с этой бездарью деканом водку пил. Водил его в ресторан, как дурак. У меня же колика после этого началась. Я чуть не умер. А он что, взял мерзавец и бросил? Паршивец! Тунеядец несчастный! Позови его к телефону! Его нет дома. А? Нет дома. Ну как это нет? А у них сегодня концерт. Он репетирует. Ну я же слышу, как он играет. Что ты мне говоришь? Это не он. Ну так знаешь же я его голос. Позови его. Это магнитофон. Ну так выключи! Какого черта ты слушаешь эту дребедень? Я ее терпеть не могу! А мне она нравится. Нравится, все тебе нравится. Мать называется. Ты же сына этим погубишь, неужели не понимаешь? Ты не ори на меня, пожалуйста. Он же возомнил себя великим музыкантом. А теперь институт бросил, неучим останется. Он же в армии загремит, он что, этого не знает? Знает. Почему не знает? Армия ему на пользу, армия тебе не повредила бы. Помнишь, какой ты с фронта пришел? Я сразу в тебя влюбилась. Ладно, помолчи. Поговорили. Лучше б я тебе не звонил. А впредь будь осторожней. Ты там с кем? С очередной девицей? С Пащиным, я с Пащиным. Ну, привет Пащину и девице. Извини, я тороплюсь, у меня редсовет. До свидания. Привет. Критикеса. Мерзавец. Скотина. О, Господи. Зачем я живу? Зачем пишу пьесы? И главное, в толк не возьму, зачем их ставят театры. Когда есть Гоголь, Чехов, Горький, Булгаков, Погодин, Панфилов. Если я сам знаю про себя, что давным-давно кончился, а может быть, никогда и не начинался. Все, хватит. Никогда больше и строчки не напишу. С голода сдохну, а не напишу. Все, о чем мечталось, уже сбылось, и что не удавалось, то удалось. Отсталость наверсталась давным-давно, осталась лишь усталость, не мудрено. И думаешь о смерти уже давно. Товарищ Есенин, пустить погреться. Да вы, я вижу, меня просто преследуете, товарищ младший лейтенант. Никак нет. Чистая случайность. Благодарю. А насчет вашего министра, это я вам все наврал. И за дружеским столом я с ним никогда не сидел. И даже в глаза его не видел. Простите меня. Ясно.
На понт меня брали? На понт. Понял. Однако есть хочется. Тоже понял. Нет ничего проще. Ресторан «Погребок» направо. Меню в стиле «Рюс». Рекомендую. Очень калорийно. Приятный аппетит. Честь имею. Спасибо. Пошлость какая. Этот прекрасный аппетит при постоянных размышлениях о смерти. Alors? Allons plus loin, suivez-moi. Suivez-moi, s'il vous plaît, je vous en prie. En tout cas, les couleurs sont très belles. Oui. C'est un tapisserie. Bien sûr. Oh, t'as vu les tapis? Il y a de très belles choses dans cette salle. Oh, la lampe est vraiment bien. Par ici. T'as vu la belle tour? Plus vite, s'il vous plaît. Le nom de ce poète populaire est Alexandre Tchijikov. Chez nous, on l'appelait simplement Tchijik, qui signifie en français serein. Cet oiseau minuscule est considéré en Russie, pour une raison inconnue, comme étourdie et bébête. Le folklore russe considère les étourderies non pas comme bêtise dans le sens французы. Чего лопочет, не понимаю. Писатель. Пушкин 5 языков знал, а я ни черта. Английский со словарем. Грамматику помню, а языка не знаю. Жертва обучения. Justement, lisez-nous quelques vers, si c'est possible. Avec plaisir. Vous voulez? Oui, bien sûr. Une minute. По-моему, она приняла меня за идиота. Dans le silence des inspirations nocturnes, je règne sur l'atmosphère mondiale. Rien ne m'est impossible, rien ne m'est hostile. Je pense aux paroles du philosophe grec Эда, qui... Вот ведь умеет. И не заигрывает с иностранцами, не суетится. Молодец. Неужели местная? Не может быть. Наверняка из Москвы или из Ленинграда. Пожалуй, все-таки из Ленинграда. Уж очень естественно. Москвички так не умеют. Типичная ленинградка. И платье носит, как полагается. Как это они там в Ленинграде достигают? Черт их дери. Вот подойду к ней и познакомлюсь. А что? C'est tout. Merci. А вы будут костюм? Non, еще не костюм. Alors? Alors? Je vous montre le chemin. Tu sais, Claire, t'es dans l'espère? Если подходить, то сейчас. Немедля. Нюра, здравствуйте. Здравствуй, Саша.
days and some days. Сашенька, how are you? Видел? Видел. Когда? 17:00. Как раз сейчас, в данный момент. Выпей, Саш. Я все передал. И сделал, как ты и велел. Все. Это конец. Сашенька. Что ты? Ничего. Успокойся. Ничего, ничего. И это пройдет. Время исцеляет все. Интересно, что у нее стряслось? Что здесь происходит? И что у нее за отношения с этим младшим лейтенантом? Пойдем. Сейчас. Чего тут стоять? Пойдем. Спасибо тебе. Да за что же, Сашенька? Ты настоящий товарищ. Ты, главное, береги себя. Я для тебя луну достану. Ты, Сашенька, мой бедный гений. Лай собаки вдруг слышу раздался, и бессонный петух прокричал. Бедный гений в мозгах зачесался. Застучался. Застучался, сочинять я куплеты начал. Видишь, я все наизусть помню. Что за бред? Неужели на эту муть пишет? Так она поэтесса. Бедный гений, какая безвкусица. Когда я тебя увижу? У Марсанны вечером. На крыльях прилечу. Бедный гений в мозгах застучался. Товарищ Есенин, ну как, пообедали? Ким Алексеевич. Алексеич, вы? Я. Вот неожиданность. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, проходите,
холодно. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Саша Николаева. Ким и Сенин. А мы вас заждались. Раздевайтесь, пожалуйста. Спасибо. Марья Александровна! Да-да? Ваш гость нашелся. Иду, иду. Ким Алексеевич, как вы нас напугали. Игорек сказал, что вы человек со странностями. Это так естественно. Раздевайтесь, спасибо, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Мы без вас к столу не садимся. Благодарю. Сашенька, познакомимся. Вот он какой, твой герой. А мы уже знакомы. А почему герой? Да вы же ничего не знаете. Сашенька была в вас влюблена школьницей. Правда? Правда. Вот видите, пошли, пошли. Мы все о вас знаем. Вы родились в тот день, когда умер Сергей Александрович Есенин. Mm-hmm. Пожалуйста, причешитесь. Игорек рассказывал, как вы подростком убежали на фронт и прошли mm-hmm. с ним весь путь до Берлина. Да, было. Мы знаем, что у вас очень талантливый сын, будущий сценарист. К сожалению, сценарист у него не получился. Он недавно бросил институт. Подумать только, как жаль, как жаль. Ой, не надо. Марья Александровна, прошу вас, благодарю. Ну, пожалуйста. Игорек рассказывал, что ваш сын изумительно поет и сочиняет музыку. Вы это знаете? Не только это. Мы следим за каждым вашим успехом. Сашенька в детстве знала многие ваши пьесы наизусть. Правда, Сашенька? Правда. Завидую вашей памяти, Сашенька, и терпению. Марья Александровна, а что, Сашенька ваша родственница? Нет, но она мне как родная. Сашенька долго жила у меня после смерти матери. Мои ученицы часто у меня жили. Теперь она, конечно, не так близка, как раньше. Выросла, своя жизнь. Ах, Ким Алексеевич, когда мы репетировали в драмкружке вашей пьесы, какое это было время. Да, было, было, было. Ведь было, ваши пьесы было. Это целая эпоха. Удивительно, зовущие пьесы. Баба Маня, заткни фонтан. Соловья баснями не кормят. О, ты, я слышу, уже пил. Однако за стол я не садился. Тебя ждал. У-ху, я отпил-то немало. Светка, подъем! Коминтерн молодежи приехал. Сейчас. Давайте, давайте. Прошу. Нет, я вас прошу. Я вас прошу. Очень прошу. Марья Александровна. Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Ну? Ну что ж, друзья, по маленькой. Ага, по маленькой. Какой он милый, интеллигентный да. и совсем не старый. Да. 55, молодой человек. Да. Это неправда. Ему 54,5, а душой он еще моложе, ему нет и 30. Верно, Игорь Иванович? Ну, ей видней. Помолчите. Я не могу молчать, когда речь идет о любви. Не могу. Вы о чем, вы о чем? Баба Маня в тебя влюбилась, вот какая история получается. Ну что ж. Взаимно, взаимно, взаимно. Ким Алексеевич, славный мой, дайте я вас поцелую. Ой, баба Маня, осторожнее, он у нас парень бравый, гвардии, старшина 17-го ордена Красного Знамени артиллерийского полка. Игорь, помолчи. Да. За здоровье, Марья Александровна. И за ваше. Я посидю, баба Маня. Посиди, посиди. Марья Александровна, будьте здоровы. Спасибо, спасибо. Ой. Хороша. Сибирская. Экспортная. Ощущаю всем организмом. Спешите куда-то? Нет. Ждете кого-то? Жду. Выросла. Своя жизнь. И вдруг появился я, как в романе.
последний момент. Быть может, накануне свадьбы. Бедный гений в мозгах застучался. Саша, а что это значит, бедный гений? А вы знаете о бедном гении? Ничего не знаю. Расскажите. Бедный гений? А кто это? Потом как-нибудь. Долгая история. Однако она со мной не очень-то церемонится. Наверное, нервничает. Своего регулировщика ждет. Саша, скажите, а младший лейтенант Синицын стихи пишет? К сожалению. Нет, я еще не совсем разучился мышей ловить. А вы разве с ним знакомы? К сожалению. Он мне сегодня дырку на талоне сделал. Юрочка, мой ученик. И, между прочим, мой поклонник. Почему улыбаешься? Да я с ним познакомилась при таких же обстоятельствах. Год назад. Когда я только что выиграла машину и начинала ездить. Выиграли в карты? Разумеется, нет. В лотерею. За 30 копеек? Да. Так вы счастливая. Очень. Интересно все-таки, что случилось у нее сегодня? Что у нее стряслось? Вот задачка. Интересно решить. Еще бы лучше узнать. Но как? Баба Маня? Что? Давай тост. Я? Конечно. Я хочу предложить тост за нашего гостя, за вас, дорогой Ким Алексеевич, за ваш талант, чтобы вам легко писалось, а уж мы с нетерпением будем ждать ваших новых, талантливых произведений. Спасибо, спасибо, Александр. Ведь они помогают нам жить, трудиться. Сашенька, помнишь «Рож», монолог из второго акта? Помню. Сколько страсти в этом монологе, сколько искреннего чувства. За вас, дорогой Ким Алексеевич, за ваш талант. Браво, браво. А, хорошо. Сцена с хлебом, пожалуй, удалась. Нет, и не только с хлебом. Почему? Это была искренняя пьеса. Хвалите товарища, хвалите его. Он любит, когда его хвалят. А кто ж этого не любит, Игорь Иванович? Да, действительно. Это не пустые комплименты, Игорек. Я говорю от чистого сердца. Мы, учителя, знаем, как нужны пьесы с такой проблематикой. Проблема ответственности. И увлеченного отношения к жизни. А это главная тема Ким Алексеевича. Замечательная тема. И честная. И нужная. Правильно. Правильно. Огурчик, дай мне, пожалуйста. Ну, спасибо. А ленинградка молчит. Регулировщика ждет. Ким Алексеевич, вы с Игорем у меня поживете, да? Если не стесним. Да что вы, я буду счастлива. Комнат на всех хватит. Значит так, я устрою здесь на диване, на родном. А классик со Светкой положишь в маленькую. Как? Вот так, в маленькую. Да, безусловно, в маленькую. Вам там спокойней будет. Вы ведь работать у нас собираетесь? Да, я попытаюсь работать. Буду диктовать. Я привык работать вслух. Ким Алексеевич, а что вы пишете сейчас, если не секрет? Ну, нечто из русской истории. А, из истории? Ну, собственно, поэтому я и приехал сюда. Надышаться атмосферой. Так немножко подышать. А какой период? Киевская Русь. Смело? Очень. А что в основе? Слово о полку Игореве. Даже так?
трудная задача. Очень, очень. Ну, это смотря как трактовать. А битвы? Как это будет на сцене? Нет, на сцене битвы не будет. Главное, герой, его мысли. Это очень современно. Очень, очень. Ты слышишь, Саш? Слышу. Что ж ты молчишь? Ким Алексеевич рассказывает удивительные вещи. Я плохо знаю Киевскую Русь, Марья Александровна. А я совсем не знаю. Совсем. Драматургии точное знание факта, по-моему, не имеет решающего значения. Нет, это серьезно? Серьезно, серьезно. Хорошо, я буду знать. Шекспир все выдумывал? По-моему, не все. Главный образ героя. Князь Игорь – герой, несмотря на поражение. А может быть, Игорь был совсем не герой, а был просто тщеславен и зря погубил свою дружину? Ой, ну что вы такое говорите? Нет, я не согласна. Вы так думаете? Да, мне так кажется. Это очень интересно. Вы что, иронизируете? Сейчас нет. Ты меня огорчаешь. Академик Лихачев считает, что Игорь герой. Ну, значит, я ошибаюсь. Бабушка Маня, академики тоже ошибаются. Подожди, Игорь, подожди. Сашенька, а почему вы другого мнения? Читала. Интересно, что? Русские летописи, например. Вы что, знаете старославянский? Знает. Да. Ну, вы, конечно, Ким Алексеевич, читали об Игоре больше, чем я. Безусловно. Сомневаюсь. Помолчи. Сомневаюсь, баба Маня. Я надеюсь, в твоем доме я имею право немножко посомневаться, правда? Ой, хулиган! И все-таки, Сашенька, ты не права. Права. Ничего я не понял, не успел. Тут просто совпало аванс и ремонт дачи. Но я буду читать, вникнуть, черт возьми, я же не халтурщик в конце-то концов. А вообще, Сашенька, Шекспиру было легче. Почему? Потому что он был гений. Гению всегда труднее. Нет. Гений что захотел, то и написал. А вы разве не так пишете? Не уважает. Ким Алексеевич, голубчик, не слушайте ее, пожалуйста. Вы человек огромного таланта, смелый, честный, бескомпромиссный. А это уважает. Помните у Маяковского? Светить везде, светить всегда. Ведь это и о вас сказано. Вы столько сделали. Ну, это уж слишком. Это ты, бабуля, загнула. К сожалению, Марья Александровна, все, что вы только что говорили, относится не ко мне. Да что вы, Ким Алексеевич, к вам и только к вам. Нет, не ко мне. Неужели вы серьезно, Ким Алексеевич? Серьезнее некуда. Я давно уже никому не свечу, к сожалению, вряд ли уже смогу, особенно теперь. Не верю. В ваших руках факел. Он освещает людям жизнь. Перестаньте, милая Марья Александровна, какой факел? В моих руках нет даже карманного фонарика. Вы меня мучаете, неужели не понимаете? Чем же я вас мучаю, Ким Алексеевич, голубчик? Вашей болтовнёй, вы же рассмешили даже собственную ученицу. Я понимаю вашу улыбку. Я никудышный драматург. Конечно, ничего серьезного в жизни не написал и уже, наверное, не напишу. Я выдохся и стар. Это неправда. Вы полны творческих сил. Перестань ты, перестань. Ким Алексеевич, родной, вы клевещете на себя. Все это вздор. Вы переутомились, вам надо отдохнуть. Саша, скажи что-нибудь. Что ж ты молчишь? По-моему, Ким Алексеевич прав. И мне добавить нечего. Саша, ты ли это? Откуда такая черствость, непонимание? Поражаюсь, ведь ты же моя ученица. Я учила тебя справедливости. Она и справедлива. Вы ее хорошо учили, можете гордиться ею. Вы первые, кто сказал мне правду в глаза. Одно дело, когда знаешь и говоришь о себе это сам, и совсем иное, когда это говорят тебе другие. Спасибо.
Ким Алексеевич, вы куда? Разрешите вашу руку. Не скрою. Слышать это очень горько. Но полезно. Да, водку черт куда? Черт возьми. Я не стану уверять вас, Саша, что брошу писать. Хотя сегодня днем я поклялся себе именно в этом. Не стану уверять вас, что отныне буду писать нечто великое. Но я твердо обещаю вам писать меньше. Лишь в крайнем случае. На хлеб свой насущный. И прошу поверить мне, что и эта малость, сей скромный шаг, потребует от меня и воли, и мужества. Зрители вам этого не простят. Да они не вспомнят обо мне. И наши критики тоже. А на критиков я плевал! С высокой колокольни! Вы жестокие. Вы бессердечные люди. Вы сейчас ранили его. Очень сильно. Ну, как вам не стыдно, а? Хорошо, отдыхаем. Это неинтеллигентно! Марья Санна, может, мне посуду убрать? Не надо, Сашенька, посидим еще. Как художник страдает, какая требовательность к себе, какая взыскательность. Я бы даже сказала, жестокость. Игорек, ты куда? Посуду мыть. И этот ушел. Сашенька, дай мне капли, пожалуйста. Мне кажется, он похож на молодого Чехова. В него нельзя не влюбиться. В кого? В Игоря Ивановича? Да что ты, в Ким Алексеевича, конечно. А. Пейте. Спасибо. В его возрасте, Марья Санна, Чехов уже 10 лет лежал в земле. Ложитесь. Ну и что? Возраст разный, а сущность схожая. Это в каком смысле? Что оба мертвы? Один физически, другой духовно? Вы опять правы, Саша. Я пью этот бокал за мой физический переход в то качество, которое соответствовало бы моему творчеству. Боже мой. Он еще и подслушивал. Как страдает художник. Ой, да пойди ж ты к нему. Он способен на все. Я да это тихо, чувствую. Марья, да. Миленькая, ну не волнуйтесь. Не надо. Гению писать легче! Алексеевич, миленький! Гению писать что легче! Это же рукопись, не смейте! Легче писать гению, легче! Что с ним? Ничего особенного. Машинку свою разбил. Как разбил? Очень просто, об пол. Какие? Там же моя машинка. Не кричи, Игорек, успокойся. Машинка это пустяк. Да какой пустяк? Это тебе пустяк. А для меня орудие производства. Где ее купишь? Я без нее как без рук.
Скотина, еще веселится. Ну, пойдите убейте его. Да, пойди убей его, он сам кого хочешь убьет, бешеный. Мерзавец, небось и водку всю вылокал. Игорек, ты откроешь? Открою, я у вас весь день на побегушках. Интересных встреч и открытых дверей продолжается. Прошу покорнейше. Юрочка пришел. Здравствуй, мир. Мир полон звуков. Прошу к столу. Спасибо. Пожалуйста. Вечер добрый. Очки вы потеряли вчера, когда упали. Я прочитала его, Ким Алексеевич. Она влюблена в вас. Ты с ума сошла? Да, влюблена. Ким Алексеевич, может быть, мне лучше в Москву ехать, а? Ну, поезжай. Только успокойся. Я буду ждать вас, да? Я тебе позвоню. Надо же, какая красота, как тихо здесь, какой чистый воздух, как тут легко дышится. Здесь надо жить и работать. Неспроста этот хитрый казак Шолохов у себя в станице кропает. И эти молодые, Белов, Распутин, Вампилов, царство ему небесное, молодцы. Голова трещит. Сейчас бы 100 грамм.
Сашенька, Сашенька. Она спасет меня. Обязательно спасет. Она умная, тонкая, требовательная, все понимает. Как нужна она мне сейчас. Вот возьму, осяду здесь, пущу свои корни. Начну все сначала. Честно, без компромиссов. Какой-то сегодня особенный будет день. Что-то, быть может, откроется мне. Слушай, друг, помоги-ка. С удовольствием. Будешь? Давай. Иди сюда. Из горла будешь? Буду. Вот столько. Земля как бетон. Чугун. Зима. Пей, пей, зима. Закусывай. Кисленькая. Спасибо. Пошли. Пошли. Куда? Куда? Закапывать. Сашенька, наконец-то. Здравствуйте, Ким Алексеевич. Извините меня за опоздание. Пустяки, пустяки. Бедный гений, о котором вы спрашивали, это всеми забытый крестьянский поэт Александр Егорович Чижиков, умерший в 34-м году. Жители нашего городка называли его просто Сашка Чижик, смеясь над его чудачеством. Спасибо. А чудачество его заключалось, мы туда пойдем, в том, что он понимал себя великим певцом новой жизни, обреченным на маленькую судьбу. Я собираю его стихи и пишу о нем книгу. Стихи его часто нелепы, но в них всегда искра истинного таланта. Вот смотрите, здесь его эпитафия на смерть простой сельской учительницы. Она детей крестьян учила, тянула к свету их из тьмы. За все ж в награду получила удел подземной глубины. Так спи же, труженица, с миром, ты здесь. В подземной тишине. Здесь шум берез, подобно лирам. Петь будет гимн о вечном сне. Шум берез хорошо. Ему легко писалось. Ну что вы, он страдал косноязычием. Бедный гений. Вы его точно окрестили. Нет, это не я, это он сам себя так назвал. Лай собаки вдруг, слышу, раздался, и бессонный петух прокричал. Бедный гений в мозгах застучался. Сочинять я куплеты начал. Это он написал ночью, сидя на пожарной вышке, где он работал в старости и нищете пожарным наблюдателем. А вы ее видели? Она находится недалеко от дома Марсанны. Да-да, я ее видел. Все-таки хорошо, Сашенька, что вы пишете о нем книжку. Его стихи станут известны. Он будет нужен людям. Я в этом не сомневаюсь. А я сомневаюсь. Не сомневайтесь, Сашенька. Его мучил не только вопрос о революционном преобразовании жизни на земле. По ласковому заданию музы, писал он, я посылаю гения своего полетать по звездному океану, чтобы ответить на мучивший меня вопрос. Как там живут в надзвездном мире, на Марсе и на Нептуне? Мечты там, есть ли о кумире?
И есть ли нищие в стране? Да. Кажется, здесь. Здесь. Так много снега, что я ничего не узнаю. Бедная моя. Как собачка роет. Я вам помогу, Саша. Спасибо. Спасибо, спасибо. Достаточно. Еще немножечко. Вот. Следопыт. Смотрите. Смерть подкатила к нему горошинкой. Это о мальчике, пионере, который стрелял горохом из бузиной трубочки. Горошинка попала ему не в то горло. Он задохнулся и умер. Смерть горошинкой. Прелестно. Ну что вы, это ужасно. Почему, Саш? Как же смерть? Но ведь горошинкой. Сашенька, вы меня заставили одеться так тепло, а сами так легко. На каблучках. Вы простудитесь. Мерси, месье. Вот très aimable. Простите, что? Вы очень любезны. Oui, madame. Bon, пойдемте дальше. S'il vous plaît. К сожалению, Александр Егорович имел слабость к водке. Культура в нашем городе утверждалась трудно, и он торопился. Пора б нам выбраться из леса, хоть и тяжел нам новый путь, идти по эллипсу прогресса и старый мир себя стряхнуть. Я как артист стою на сцене, в родной деревне, где рожден, как гладиатор на арене, печальной думой возбужден. Сын 19 века, и жил я трех уже царей, три революции в полвека, но в нас все вижу дикарей. Остатки жизни доживаю я, искалеченной судьбой. Друзья, вас к свету призываю, всех к свету молодой гурьбой. А где похоронен Чижиков? К сожалению, не здесь, а там, далеко в лесу, где он писал свои стихи и где его посещала его скромная муза. Особенно интересны дневники Александра Егорыча. В них он тоже поэт. Однажды я стоял ночью на колокольне, пишет он. И вдруг мне показалось смешным положение мое. И я подумал, что вот я стою выше всех. И не сплю. А они все спят в своих низких домиках. И мне пришла в голову шальная мысль. Разбудить весь городишко, встревожить сон людской, хотя и нет никакого пожара. А что, если я ударю в набат? Граждане, скажу я людям, посмотрите на вашего певца. Вот я один стою на колокольне, и нет ни одного родного человека у меня на земле. Это и обо мне, Сашенька. Нет. Это не о вас, к сожалению. Ну, и злющая. Я вам очень благодарен, Сашенька. Да за что, Ким Алексеевич? За Чижика. За ваш рассказ о нем. Ой, что вы? Я о нем могу говорить бесконечно. Я вам благодарна, что вы меня слушали. Вы мой ангел, Сашенька. Вы подарили мне тему. Я буду писать о Чижике. Вы даже представить себе не можете, что это значит для меня теперь. Вы серьезно? Ну, конечно. Дай это вам Бог, Ким Алексеевич. Дай это вам Бог. Вы знаете, у меня очень много собрано интересного материала о нем. Я бы хотела, чтобы вы его почитали. Спасибо. Спасибо. Вы моя муза, Сашенька. Да вы окоченели. Вы же все дрожите. Вы знаете, это просто невероятно, Ким Алексеевич. О таком человеке, как Чижиков, обязательно должны знать люди. Это просто... И они узнают. Узнают. Ким Алексеевич, а как же ваш князь Игорь? А я его брошу. Я буду честно писать о вашем бедном гении.
Это будет пьеса, Сашенька, о красоте человека, о величии духа, о могуществе таланта, о тех, кто там на колокольне, когда все спят в своих низеньких домиках. И пусть нас теперь будет трое. Спасибо. Нет, она все-таки ангел. Сашенька, я тоже хочу ударить в набат, встревожить сон людской, хотя и нет никакого пожара. Как это здорово сказано, хотя и нет никакого пожара. Ваш Чижик погиб, не совладав со своим талантом. Но то, что было в нем, перейдет к нам и не прервется нить. И я напишу, как вы ищете связь погибших с живыми, и не прервется нить. И я ударю в набат. Вы подарили мне тему, Сашенька! Саш! Подождите, я, кажется, опять галошу потерял. Черт, куда же она провалилась? Саш! Саша! Куда это она? Ну уж, это совсем неприлично. Ни здравствуйте, ни до свидания. Что я ей, мальчик? Однако. Она же от меня явно смылась. Чего бы это? Этот могильщик руку ей подал. И рядом с ней сел. Конечно, с ним интересней. Он тут, небось, каждую могилку знает, есть о чем поговорить. Интеллектуалка. Пьесы ей мои не нравятся. Эмансипе. Поддакивал ей, как школьник. Фу, так мне и надо, дураку. Слюни распустил. Ну все, хватит. Теперь к старухе и в Москву. Жаль, утром Светку обидел. Этого еще мне не хватало. I'm studying medicine. Are you taking an examination this year? Yes, I am. What examination are you taking? I'm taking my final examination. Так. Тема. Провинциальные. Встречи. Ну, допустим. Допустим, так. И все-таки почему она сбежала от меня? Почему не приехала к учительнице? Старуха весь вечер ждала ее. И почему у нее дома не отвечает телефон? А может, она любит меня? Я разбудил в ней прежние чувства, и это поразило ее. И теперь она спасается бегством. Спасается не столько от меня, сколько от себя. Но разве от себя убежишь? Милая. Мучается теперь. Наверное, плачет, бедняжка. А я здесь сижу и делаю вид, что работаю. Надо встать и идти. Прямо к ней. И успокоить ее. Ваши права, вежливо сказал младший лейтенант. Пожалуйста, пожалуйста, так же вежливо ответил писатель. Извините, придется прокол сделать. Ну, что поделаешь, справедливо, молодец, так держать.
Они расстались друзьями. Игорь. О, уйди, уйди, не дам. Вон твоя разбитая валяется. Не дам, уйди. Это теперь моя. Ну хорошо, пусть твоя, что ты орешь. Я хотел спросить, где живет Саша? Я не знаю, а зачем тебе? Ну, я хочу ее видеть. Ну, пожалуйста, спроси у старухи. Но она же спит. Нет, нет, что вы? Я не сплю, я все слышу, Ким Алексеевич. Сашенька живет у Ольги Серафимовича 4, квартира 10. Дом 4, квартира 10? Да-да. Спасибо, Марья Александровна. Пожалуйста. Готово? Готово. Без черновиков шпарит мерзавец. Черт меня дернул приехать к ней ночью. Она спит давно. Что я ей скажу? Здрасте, добрый вечер. Смешно. Старый дурак, ипохондрик. Надо нервы лечить. А вдруг она там не одна, с регулировщиком? Нет, маловероятно. А впрочем, наплевать. Мне-то какое дело? Однако что это я дрожу? Неужто я втюрился в нее? Не может быть. А была не была. Можно? Тут что-то не то. Саша, вы дома? Есть тут кто-нибудь? Кто там? Да, быт у нее не устроен. Вот она, современная интеллигентка. Автомобиль есть, а в холодильнике пуст. Сколько их у нас таких общественно полезных?
жизнь каждого человека неповторимая повесть. Почему не написать хоть раз о самом обыкновенном человеке? Сколько бедных гениев, великих людей, обреченных на маленькую судьбу, встречаемы в нашей жизни. Сколько Чижиковых сгорает в нашей глуши. Они пылающие костры, и в свете их загубленной жизни люди научаются честнее и лучше смотреть друг на друга. Нет, это не обо мне. Саша права. Какой я к черту пылающий костер? И моя жизнь когда-то начиналась необыкновенной повестью. Во что я ее превратил? Вот она и вернулась. Ты замерз? Нет. Да она не одна. С регулировщиком? На работе. Что же делать? Вот влип, так влип. Ой, где же они? Господи, вечно ты копаешься. Да я не знаю, положила сюда. Вот они, держи. Почему у тебя дверь не закрыта? Свет в прихожей горит. Да утром зашла к соседке газету отдать. А у нее Бориска палец порезал. Спасибо. Пока ее ты марлю искали, я и забыла. Забывчивой стала. Кто это? Да, стала. Смотри, обчистят тебя. Голос знакомый. Давай я тебе помогу. Не надо. Ну, доставьте удовольствие в последний раз. Спасибо. Да это же похоронщик. Боже мой, что это значит? Почему он здесь ночью? Кто он ей? Брат, друг, любовник? Чаю хочешь? Все. Сейчас меня найдут. Да я уж потом. Когда потом? Да уж как на место приеду, так и напьюсь. Я пошел. Иди. Прощай. Прощай. А кто это сегодня был с тобой? Что это за тип с поношенным лицом? Это я. Точный портрет. Ким Есенин. А, этот дармодел. Не узнал я его. На фотографиях он выглядит посвежей. Он несчастный, одинокий человек. Мечтал все похмелиться. Живой труп. Опять верно сказано. Он, этот могильщик, в трупах разбирается. Ушли. Почему вчера Синицыну сказал, что уезжаешь, а сам не уехал? Я не хотел, чтобы ты мучилась еще один день. А, это ты меня пожалел? Да, тебя.
твоя, когда тебя сегодня увидела, я глазам своим не поверила. Решила, что я передумал. Ага. Нет, я не передумал. Боже, что это она по нем так убивается? Подумаешь, уезжает. Важность какая, уедет, приедет. Пьесы ей мои не нравятся. А Ханега этот похоронщик нравится. Ой, я ж кошку не покормила. Успеется, покормишь. Да, она голодная. Ты с Никифорчем попрощался? Представь себе, он сам вчера ко мне пришел. Вчера? Ага. Целый час пробовал. Ничего не испугался. Впрочем, ему-то чего бояться. Желал всех благ. Даже слезу пустил. Помнишь, он к нам в пионерский лагерь приезжал? Угу. Летчик. Герой. Вся грудь в орденах. На баяне играл. У костра. Потом дождь пошел. Угу. Хорошее время было. Было. Ты тогда председателем совета отряда был. А ты санитаркой. Ирина Сук встретила меня вчера на улице. А мы как раз Митрохину выносили, пенсионерку, Первомайская 3. Увидела, как рванет на ту сторону, чуть под машину не попала. Хорошо Василий плечо подставил, а то обронили бы. Кого обронили? Митрохину. Усопшую. Андрюш, да Катерина, она одинокая, она несчастная. У тебя все одинокие, все несчастные. Нет, не все. А тебя хватило бы, тебя бы хватило бы на сотню книг. А ты уперся на первый. Да, уперся. Надо было работать. А я что делал? Я и работал. Тебе не надоело одно и то же 1000 раз повторять? Я нашел письма родящего. Я и только я. Екатерина тут ни при чем. Ну, это я знаю. Все это знают. Ну вот. И соавторство ее для меня неприемлемо. И ты из-за этого бросил все и ушел в похоронщики? Ну, я... Ну, ты же знаешь, в похоронщики я пошел, потому что меня уволили. Ну, не только из-за этого. Тебе нужен был скандал. Между прочим, это моя работа не хуже любой другой. Хуже. Это был вызов. Ты бы мог пойти в дворники.
В каменщике, в сторожа, наконец. Нет уж, сторожить — это не моя стихия. Охранить твоя? Ну, наконец-то. И ты уже заговорила, как они. Ты куда? На вокзал. Я с тобой. Не надо, спасибо. Я только провожу. Не надо. Я только провожу. Ты мне все сказала. Отставь меня. Ну, куда ты едешь? Куда ты едешь? Что вообще у тебя с Америкой? Ну, подумай, ты же там пропадешь. Ты же языка толком не знаешь. Ты же едва знаешь, а что толку? Ты же и в Америке со всеми переругаешь. Между прочим, я иду в Израиль. По выставу, к дяде. Вот. Нет, неправда, ты туда не поедешь. Поеду. Нет, ну зачем ты мне это врешь? Ну зачем ты врешь-то, Андрюша? Ты что, не понимаешь? Нет, не могу, не уезжай, я умоляю. Я умоляю тебя, не могу, не уезжай, не уезжай, прошу тебя. Если бы ты любила меня, ты бы по мне поехала со мной. Я не могу, я не могу, я не хочу, Андрей, милый. Ну вот ты и сделала выбор. Если бы ты, если бы ты любила меня, ну если бы ты... Сама ждет. Если бы ты, ты не подставила. Я же там не смогу, я там пропаду, и ты там пропадешь. Чего я смогу? Я там смогу, я здесь не смогу. Ты все ловишь. Так ты что, за правду туда едешь, да? Хоть там врать не придется. Господи, какой же ты дурак, какой же ты дурак. Так ты дура. Нет. Это ты дура. Там не будешь врать, не будешь жить, Андрей. Я выживу. Какой же ты глупый, там, ты там пропадешь, ты умрешь от тоски. Я умру там от тоски, чем здесь, понятно? Ой, опомнись, Андрей, ну что ты? Андрюша, что ты говоришь? Подожди секундочку, что ты тебе сейчас... Я ненавижу тебя. Я сейчас тебе что-то скажу, Андрей. Ты предала меня? Правильно Саша ему сказала. Дурак, он же там от тоски подохнет, в этой Америке. Он же себе жизнь сломал и ей. Безумец. А я-то, старый козел, полез за ней ухаживать. Ослеп, оглох, совесть потерял. До чего мерзко на душе, до чего гадко. Ощущение такое, будто ласточку убил.
обиделся, что она не меня любит. А ведь слышал, как она головой стукнулась. Перешагнул и ногу повыше поднял, чтоб не задеть. Аккуратный. Проповедую любовь, а люблю только себя. Вот о чем надо было писать, это была бы правда. Но я этого не смог и уже не смогу никогда. Поздно. Все, это конец. Бедный гений в мозгах застучался. Это я, Ким. Вы меня слышите? Да. Я слышу вас, Ким Алексеевич. Алло. О, Господи, что с